Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И мы заканчиваем уже прохождение игры Туро, Кинг-Конг. Сейчас меня привезли в Нью-Йорк, я тут ничего не могу двигать камерой, только головой, видите, голова двигается. Вот Карл Денхам вышел мне объявлять. Сегодня, леди и джентльмены, я покажу вам величественную вещь, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Он был королем своей жизни, в своем мире. Теперь он пойман. Леди и джентльмены, я показываю вам Конга, восьмое чудо света. Это невероятно. It's not possible. Он гигантский. Не хватает сил, да? Давай. Почти уже. О! Помогите! Он сбежал! Ну сейчас я вам всем устрою. Ха-ха-ха. Иди сюда. Тут с камерой вообще беда. Я не знаю, что с ней случилось. Так. Опции. Controls, наверное. Нет. Опции. Интерфейс. Инвертировать. No. Change. И давай controls. Mouse. Давай на одну поставим. Блин, что с тобой не так, Конг? Ходи нормально. Замена их не залезть. Внимание, все гражданам, оставайтесь в домах. Красная тревога. We have to cordon off the neighborhood. Look out! Spread out! You'll destroy everything! Так, нужна тачка. Случайная игра свернулась. Шикарно. Смотрите, игра свернулась и стала на весь экран. Это что за глюки такие? Не знаю, мне прикольно, в принципе. Так, а теперь скажите, куда идти? Вот тут игра глюкнула. Конг шерсть потерял, допустим. Нам нужно подкрепление. Разрушаем, чертя. Так, сейчас там второй пулеметчик. Давай.
Я только не понимаю, зачем он его поднимает. Он мог его просто сдвинуть. Здесь он показывает, какой он сильный прям вообще такой. Почему он это сделал, не понятно. Какие крепкие ворота у нас тут. Так, тут уже опасно. Он направляется в сторону Empire State Building. Блокируйте ему дорогу. Такой военный голос, такой прикольный. Огонь! В кого попали, я не понял. Всем... Они там типа окружили. У него нет шансов. Свалить его. Нет. Конг! Hold your fire! Не стрелять. Залезай ко мне в ручку. Покажи. Позолоти ручку мне, слушай. Да, конечно. Вот за что она держится правой рукой? Вот за что? За воздух? Уэн, это ты? Круто. Полезли. Ты понимаешь, если я близко подойду, они выстрелят? Вот так вот Конг оказался в Нью-Йорке. Так вот Конг посетил Нью-Йорк, да. Интересная история. Как он по голой стене забирается, я не понимаю. Какой красивый город. Вот блин, у меня сейчас игра глюкнула, и разрешение теперь на весь экран. Хоть заново игру перепроходи, серьезно. Здесь у Конга даже шерсть появилась. Блин, вот в целом надо вот так вот играть на весь экран. Я не знаю почему, может у меня до этого был глюк, а сейчас типа все нормально. Хрен знает, если честно. Вот самолетики. Резко так что-то все началось. Да, ну вот это круто. Ну хоть... Слишком темно, подойди ближе. Хоть последние минуты игры посмотрите на полном экране. Отлично. Давай, подходи. Май гад. Он сбил нас. Вот падла, улетел. Ранили твари. Сюда подойди, поговорим, а. Так, давайте попробуем захватить самолет. А, я думал, он кинет. Другой пролетающий. Отлично, задел. Город какой-то не очень, какие-то пятна там вот расползаются. Меня ранили. Спасти рядового Конга. Срочно спасти рядового Конга. Ему плохо. Я в лес за бабой. Давай. Целый аэропорт уничтожил военным самолетом. Он прям в пропеллер долбанул ему, и смотри, прям ручка, лапка у него на месте.
Все. Мне очень плохо, я очень плохо. Последнее издыхание остались. Город какой-то скудный, да, стоит там вообще между вот этими небоскребами вообще ничего нет, просто поляна какая-то. Вообще никаких домиков. Ну их, по крайней мере, не видно отсюда. А, больно. Да иди сюда. На. Красиво поет, мне нравится. Жаль только, что она поет, когда ты при смерти. Сейчас. Все, да? Еще живой? Нифига себе, Конг, ты мощный, брат. У тебя всего изрешетили, бедного. Все органы повреждены уже этими пулями дурацкими. А ты еще держишься. Он достал меня. Я тут еще кашляю на заднем плане. Эн вообще стоит, вообще не кричит, типа не стреляет, просто ты такая смотрит вообще. В прямой эфир у нее там нормально вообще. Прямая трансляция прям. Конг сбивает самолеты онлайн. Смотреть без рекламы смс. Просто вообще да, стоит там. Давайте, пацаны, чё у вас? Гранат там нету, гранатометов, чё? Вроде 60-е года там у вас вроде, не? О! Не, конечно, не рад, что его убили, но по сюжету игры это как бы нужно было сделать. Прощай, Аня. Ну, Эн. Бум. Да, вот так Конг и умер. Да, я здоровый. Move along, folks. Отойдите. Все закончилось. Самолеты прикончили его. It wasn't the airplanes. Это были не самолеты. It was beauty killed the beast. Красота убила чудовище. Почему Карл открыт рот, и он как дебил смотрит на Конга? Он его пародирует? Такой типа, как ты смешно умер. Какой дебил делил игру на главы? Что это за глава вот эта вот 30-секундная вот эта сейчас, которую затянули только вот этим видом и музыкой? Все, понимаете, конец мать его главы. Глава называлась «Смерть Конга». Это что вот за идиот делил вот... Уволить к чертям собачьим. Ну что, тут осталось еще, получается, кредиты. Ну, кредиты, говорю, ну вот эти всякие, кто делал игру, ля-ля тополя. В общем, что... Мы имеем. Значит, мы игру прошли. Да, смело можете там сразу писать свое мнение по поводу игры. Либо в моем исполнении, либо в общем, как вам сама игра. Так, ну, это не последнее видео, потому что здесь у нас еще есть бонусы. Значит, вот этот трейлер, который мы видели, вот эти опять исполнители. Потом вот это я вам покажу. Artworks, это типа выставка такая, грубо говоря. Потом тут фильтр, типа, старое кино, типа, такое все будет темное, знаешь, и типа, играешь. Так, вот это я вам покажу, вот это покажу. Горизонтальный флип, это значит, слева направо можно отразить. Это тоже покажу, это тоже покажу. Здесь есть интервью с Питером Джексоном. Оно на английском языке, без русских субтитров, поэтому даже показывать не буду. Еще есть в это Artworks Conk Part 3. Еще есть за 150 тысяч онлайн-код и за 250 тысяч очков. У меня, как видите, 120 тысяч. То есть, как очки получаются? Ну,
То есть нужно просто перепройти какую-то миссию. Допустим, вот, 19 тысяч, да, очков получил. Здесь тоже 19. Ну, как бы вычитают, дают за убийство животных бонусы. Вот, за быстроту прохождения вроде что-то такое. Вычитают за использование пуль и за получение ранений. Тоже очки вычитаю, да, и ты как бы в сумме что-то получаешь. То есть я должен сейчас открыть все бонусы, а потом вам в целом за одно видео показать все эти бонусы. Ну, я не все буду же показывать, я же говорю, только где выставки всякие прочее. Вот. Покажу вам их просто, это буквально, ну, не знаю, минут 10, может 15, 20 от силы. Вот. И это будет завершением данного прохождения. Ну, для кого-то, если кто-то бонус смотреть не хочет, допустим, сам играл, все видел, то есть для вас это уже конец прохождения, можете писать смело свое мнение, либо в группе, либо танк. И следующая игра для прохождения, сразу говорю, это Jurassic Park The Game. Это решил не я, это решили вы в голосовании. Если вы не согласны, надо было участвовать в голосовании заранее. Я предупреждал всех, так что ничего не знаю. Ну что ж, всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока!